Здорово, Империя. Микрофон Артем. Это канал Snow Worm TV. А у нас шахматы. Причем шахматы пришли на новый уровень. Это такие шахматы, короче, с оружием. Так, давайте смотреть. Режим трон. Верните свой трон, дойдя до 12 этажей главной башни. Нормал, пускай будет. Черный король был раз... Что был? А, разнузданным. Вот это назвать слово, конечно. Здесь, короче, я так понял, будут белые и черные шахматы. Но я, видимо, один остался из черных шахмат. Да. Разнузданный. Словечко-то такое. Так, а как тут? Что надо делать? А, во, ухожу. Хорошо. Конь пошел. Конь на Д, как говорится. Так, я попасть могу, да? А как он ходит? ГГ, да? На. На, готов. Так, отлично. Куда ты? А что, так не могу выстрелить? Интересно. Ладно, я отойду. На. На, хорош. А что, патроны? У меня 2 патрона еще осталось. А, тут показано, как она ходит, смотрите. Так, а перезарядочку можно? Так, этот так, да, бьет по кругу, получается. Хана тебе, мудак. На. Так, 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 что делать, что делать, что делать? Блин, он живучий, смотри какой. Каждый ход у меня, короче, перезарядка получается. Есть. Первый этаж, кстати, пройден. Так, королевский пир, 6 лимита патронов королю, ополчение плюс 1 пешка. Велич... Так, а, выбрать можно, да? Ага. Плюс 1 к лимиту патронов, минус 2 пешки, плюс 1 слон. Вот это, наверное, возьму. У меня получается 2 защиты, да, я так понял. И куча патронов теперь. Зарядились. Ну, погнали. Вообще, я так понял, стрелять нужно как бы... Конь же не ходит. Да, он так не рубит. Опа. Опа. Так, этот как рубит. Я не могу в упор стрелять, да? Блин. Коня бы застрелить, конечно. А, меня этот рубит, да? Подлюка. Куда ты побежал? А ты куда? Так, мне вообще нужно короля зарубить. Я... Смысл я их... Дрючу тут. Так. Есть. Пошел отсюда. Все, короля тебя рубим. Отлично. Так, у нас одна есть карта, получается, да? Так, получите дополнительный ход, когда умирает конь. Плюс 2 пешки, плюс 1 ладья. Так, минус 1 конь, плюс 3 пешки. Давайте вот это возьмем. Угу. А что я могу? Дальность 3,5, кучность 57, отбросы. Этим я пользоваться ничего не могу, да? Души фигуру конь. Использовать, чтобы двигаться как конь. А, душа типа, душа коня, все понял. Двигаться как конь. Ну, в принципе, мне, в принципе, и так нормально по одной клеточке ходить. Так, а что ты вас так много стало?
Так, они же рубят только наискосок, получается. Так, а мне нужно вот этого. Куда-то он убегать начал. Так, опасненько. Так, этот нас рубит по кругу. Курулевница. Так, аккуратно. А то выходим. Куда ты? Ой-ой-ой. Что-то пошло не так. Они двигаются к моему королевству, я так понял, да? Все, хана. Отлично. Блин, прикольная игра. Такая, знаете, незамысловатая. Так, благословление ворона. Плюс 2 к дистанции выстрела. От нее не избежать. Плюс 1 ферзь. Она повсюду, плюс 1 ферзь. Так, праздничный бал. Плюс 1 к установлению патрона, плюс 1 к дистанции выстрела. Где-то, наверное, возьму ворону. Одна, получается, сюда идет, одна идет к ним. О, карта. Давайте ходить как конь. А, один раз только могу сходить так. Так, это что такое? Ты кто? Ух, нифига, он рубит как. Ага, он меня победил. Так, а все, я теперь, получается, с самого первого этажа, да, пойду? Попробовать снова, ну давайте попробуем еще раз. Ага, да, первый этаж. Ладно. Ай, да, даже так. Точно, его уход, и он меня убил. Тут такой, знаете, и вроде бы и шахматы, и вроде бы и стрелять нужно. Так, нужно вот этого рубить. Блин. Мешайся. Все. Отлично. Так, плюс одна пешка каждые 4 хода. Получает дополнительный ход, когда умирает конь. Вот это надо. Блин, тут смотрите, видите, бафы им тоже даются. Мои бафы и их не бафы. И тут, наверное, надо смотреть так, чтобы им особо ничего такого хорошего и не давалось. Ой. Так, он как он там? Так, сходим. Блин, убегает, смотри. Все. Так, стрельба на бегу обозначает правым кликом цели сдвигайтесь для выстрела. Плюс конь. Нет, это смотри, как много всего дадут. Плюс один к лимиту патрона пополняет безопасно один, когда умирает пешка. Вот это возьму. Слишком много жирно дается противнику. Так. Чё за дерзость? Уф, га, а как вы так передвигаетесь? Так.
Всех поубивал. Вот и все. Так, тонкий яд. Ферзь минус один, ОЗ, король минус один. Ферзь двигается только на один клетку 15 ходов. От нее не избежать. Плюс один ферзь. Она повсюду, плюс один ферзь. И там будет ферзь. Ну, и ту карту, в принципе. А, ну это четвертый этаж. Мы уже здесь были. На этот этаж мы уже залазили. Блин. Ой-ой-ой. А мы никуда не сходим. Ёпт. Мы бы вверх бы сходили, нас бы убили. Вниз бы сходили, нас бы убили. Вот это, конечно, четвертый этаж какой-то прям вообще максимально... Максимально... Давайте еще раз. Максимально трудно. Это, знаете, шахматы нового уровня, короче. Так. Берем патроны. Надо, короче, сначала зарядить патрон, потом вставить его в ствол, и тогда-то... О, смотрите. Правым кликом разброс минус и дистанция атаки плюс сброс при движении или перезарядке. О, гранату. Правой кнопкой тоже можно, кажется, управлять. Зачем я кинул? О. Кстати, а тема? Сейчас зарядим. Все. Граната, кстати, хорошая вещь. Можно сыграть дополнительный ход после использования души. За каждую душу коня можно двигать дальше одной клеточки. Блин, плюс 6 пешек будет, смотрите, а то минус слон. Петля пешек-то сколько? А ну мы сейчас можем это... Немножко. А, меня конь лупанет. О, видали? Так, зарядимся. Отлично. Гранаты хорошая вещь прям. Мне нравится. Возрождает один раз этаж. Ага, смотрите. Плюс 2 урона от выстрела. Карта переворачивает, если ваш король стоит не на краю доски. Давайте вот это. Вот это опасно. Опять... А, это опять четвертый этаж. Это опять четвертый этаж. Так, это кто? Блин, а смотри, как он ходит. На, сюда. Ага. Теперь надо рубить этих. Все, прошли четвертый этаж. Какая-то карта Black у меня теперь.
Карта неактивна. Плюс один к стволам дробовика. Разброс. Дополнительный ствол. Минус две пешки. Плюс один слон. Картечь, у которых удваивается разброс. Плюс один к лимиту патрона. Добавляет один к стволам души. Двигаться, не атаковать. Пу-пу-пум. Ну, допустим. Так, а это что такое душа? Использовать... О, смотрите, что я могу. Я могу вот так сделать. Блин. Так. Это же по диагонали рубит, да? Вот так вот вам. Это тебе. Что за... В смысле? А что за кони-то прибыли? Бля, что происходит? Блин. Да блин. Да наконец-то. Жесть какая-то. Так, сдвигайтесь до трех клеток в любом направлении. Пешки могут атаковать две клетки перед собой. Получать дополнительный ход, когда умирает конь. Пешки. Патронов очень мало. Патронов вообще нужно, конечно. Ой, я могу на две садить. На. Дополнительный ход. На еще. Так, ты как, ёпт. Это жесть. Это да. Всего. Шестой этаж. Неплохо идем. Плюс один урон от выстрела. Пешки могут атаковать две клетки. Минус один урон от выстрела. Минус один выстрел. Так, а минус пешка плюс... Блин, я не знаю. Давайте вот это. Сейчас будет тьма просто пешек. Опаби. Но ничего страшного, у нас, как говорится, есть вот этот способ укорачивать им жизнь. Баль, серьезно? Ну нет. Седьмой этаж? Что поделать? Поднялись всего лишь на седьмой этаж. Сколько мы там уже играем? Нормально, еще чуть-чуть. Так, давайте еще раз попробуем. Так, ты меня будешь рубить, да, падла? Ага. Да, блин. Готовы. Быстрее короля, короче, нужно завалить. Так, патронов бы, конечно, побольше.
Патронов бы побольше. Больше патронов, больше выстрелов, как говорится. Ой. Зачем выстрелил? Не понимаю. Блин. Да, блин. Да что такое живучий? Жесть. Фигурки, кроме вражеского короля, не могут встать рядом с вашим королем. Давайте вот это. Патрон минусанулся. Ёбкарёк. Вот это печаль, конечно. У нас так патронов особо нету. А сейчас еще минус патрон. Да блин, ну как так-то? Щиты, это он показывает, куда я не могу наступить, и защищает меня этим самым. То есть я две ошибки сделал, а на третью ошибку он уже не показывает, потому что как бы, ну, уже нет щитов. Вот что такое щиты. Он дает мне ошибиться, короче. Блин. Вот, видите? Я ошибся, потому что вот этот мог меня рубануть. А этот может меня рубануть буквой Г. Уже не может. Блин. Блин. Во. Щиты, конечно, хорошая тема. Получить дополнительный ход, когда умирает конь. Нет, фигурки, кроме вражеского короля, вот это давайте. Не тоже хорошо, не тоже плохо, как бы, ну, что есть, как бы есть. Блин, вижу коней сколько. Да, блин. Да что ты делать-то будешь, да? Надо же все предугадывать, абсолютно все. Там, сям посмотреть, везде. Ну нет, блин. Заново. В каком этаже доходили? До 7-го, по-моему, да? Максимально 7-й этаж. Вон та сейчас будет меня пасти, вот эта штука. Уже не будет. Ну, когда их мало, в принципе, удобно, да? Ну, легко. А вот когда их уже много... Так, вот это я возьму. Что такое-то у нас? Король не может быть убит, пока есть конь. Серьезно? Вот это я зря, конечно, взял. Теперь может быть убит. Как вот так вот? Как сходить-то так? О! Ты попал. Всего отлично. Ну, придется теперь коня лупить. Придется теперь коня. О, что это за башня? Что за башня? Плюс одна ладья в 15 ходу. Подкрепление приходит на 5-й ход раньше. О, на 5... О, подкрепление должно быть. Да, блин, да ну... Вот это жопа, конечно, на самом-то деле. Вот это шахматы. Вот это интересно.
Давайте еще раз, господи. Говорили. Шагаем. Дружно в ряд, как говорится. Опа. Так, два патрона. Ага, все, вижу. Блин. Все, ползем. Ну, первый этаж легкий. В принципе, и все другие надо просто не торопиться. Можно перепрыгивать через фигуры, нанося... А это что такое? А, скорость. Ой. Скорость увеличена. Все, два выстрела, отлично. Дальность 3,5. Вот так вот. Блин. А что-то я, по-моему, себе минусанул патроны, да? Блин, а граната была вообще тема на самом-то деле. Так, это что за беспредел тут у вас? Что творится? Только я себе плюс 6 к лимиту патронов, король плюс 2 жизни. А, вот это, кстати, я беру. Но это, конечно, блин. А, ну четвертый этаж мой нелюбимый. Это, да. Так, отойду-ка я, пожалуй, в сторону. Так. Опа, я в засаду попал. Не, не попал. Повезло мне. Плюс 2 к урону от выстрела. Карта переворачивается, если ваш король стоит не на краю доски. Плюс 1 к дистанции выстрела. Король минус 3 жизни. Ритуальный кинжал. Вот это хочу. Минус о нем жизни, да, королю? А что, с копьями какие-то чуваки? Блин. Ой-ой-ой-ой. Ну это какая-то чепушень получилась. Я куда бы ни сходил, он бы меня везде поймает. Он везде ходит, этот падла. Ферзь это, да? Вот за этой картой он постоянно появляется. Ладно. Сколько мы там уже играем? Так, еще пару ходов сделаем. Ну, еще вот эту каточку. Одну. И, в принципе, нормально. Блин, живучий какой король. Получает дополнительный ход, когда умирает. Нет, это давайте брать. Так, у нас есть. Блин, вот эти прям. Аккуратно.
Прям в тылу врага, да, двигайтесь до 3 клеток в любое направление. О, слот для души добавился один. Только зачем? Вот этого дурачка надо убить сразу. Блин, а чего вас так много-то, а? И чё, и куда ты? Блин, жесть. О! Блин, сколько пешек, так много прям. О, сейчас мой нелюбимый четвертый этаж будет. Вот, она постоянно здесь. А можно как-то отказаться? Фигуры, кроме коней, не могут пересекать ров за один ход. Сдвинуть все белые фигуры на север. Ну, не знаю, давайте. А, это посох какой-то. Блин. Так, он, да, катится. Блин. Да что ты, блин, ну, не замечаешь постоянно? Ну как так-то? Ладно, давайте закалькуляться. Ну прикольно, да? Вроде бы как бы шахматы, вроде бы как надо думать. А еще при этом нужно стрелять и еще просчитывать ходы. Ну интересно, в принципе, кому интересны такие игры. Такая занятная головоломка. Необычная. Ну а с вами, как всегда, Артем. Подписывайтесь, комментируйте, жмите колокольчики. Приходите на стримы. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.